Всем, кроме Джона, прекрасного настроения. На днях, в очередной раз, как вы уже догадались из названия видео, я засолила лосось. Я уже упомянула в описании, что этот рецепт я взяла у нашего местного, довольно известного повара. Его зовут шеф Джон. Не все его рецепты уникальны, но некоторые из них действительно достойны Нобелевской премии. Это один из рецептов, который набрал достаточно большую популярность. Я действительно не ела вкуснее рыбы. Рецепт до смешного прост. И если хотя бы один из вас пополнит свою кулинарную книгу этим блюдом, я буду считать, что я внесла свой скромный вклад в развитие кулинарного искусства. Да, и еще перечень специй, необходимых для засолки, я оставила внизу под видео. Свои же специи я смешиваю в больших количествах, чтобы каждый раз не заморачиваться. И храню их в кулечке или в судочке в холодильнике. Надеюсь, вы попробуете этот рецепт. В этом случае приятного аппетита. Всем остальным же приятного просмотра. Свои кусочки я нарезаю под размер судочка, в котором их буду засаливать. Тщательно промываем филе под проточной водой и промакиваем бумажными полотенцами. Затем обсыпаем рыбку со всех сторон. Заметьте, шкурка в рецепте не снимается. Специи не экономим и не стесняемся. Делаем не для гостей, а для себя любимых. Заворачиваем порционные кусочки в марлю. Затем либо в кулечек, либо заворачиваем в пищевую пленку. Складываем в судочек, закрываем плотно крышкой и ставим в холодильник на двое суток. Через два дня рыбку достаем. Разворачиваем. И тщательно смываем все специи под холодной проточной водой. Хорошо промакиваем бумажными полотенцами, убирая всю влагу. Для удобства разделки перед нарезкой снимаем шкурку. Голову старайтесь не склонять над рыбой, чтобы не закапать слюной. Огурчик здесь как брат-близнец. Ну и начинаем выпендриваться. Кто на что горазд. Если своей фантазии не хватает, я уверена, в интернете выбор достаточно широк. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр!